Здравствуйте, это проект «Прямой разговор». Сегодня у нас в гостях заслуженный врач республики, ветеран боевых действий, директор Североостинского медицинского колледжа Таймураз Ривазов и Лайм Агахова, заместитель по воспитательной работе. Здравствуйте, уважаемые гости, я рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. Добрый день. Таймураз, закончилась пора вступительных экзаменов, позади переживания абитуриентов и их родителей. Действительно, непростой период, и не только для абитуриентов, для родителей, но для всего нашего коллектива тоже, Североостинского медицинского колледжа. И нас очень радует, что абсолютное большинство выпускников наших школ, это на базе 9 классов, на базе 11 классов, они решили посвятить свою дальнейшую жизнь замечательной профессии – лечить людей. Но я вам скажу, что 2 года тому назад у нас совместно с Министерством образования была принята очень замечательная программа. Инициатором было наше Министерство науки и образования. Она называется «Шаг в будущее». И вот на протяжении более чем 2,5 лет по четвергам к нам приезжали школьники со всей нашей республики для того, чтобы сделать действительно первый шаг в своей будущей профессии. И наши преподаватели, практикоориентированные, рассказывали, читали лекции, показывали нашу аудиторию, симуляционные центры. И вот мое глубокое убеждение, что где-то процентов около 20-25 на будущую профессию повлияла вот эта ситуация. То есть это осознанно. По данным, которые у меня есть, в этом году более чем на 905 человек в этом году выпустилось на базе 9 классов больше выпускников. Из них чуть меньше половины тоже стали нашими абитуриентами. То есть мы говорим о престиже профессии. Я не люблю слово «средний медицинский работник», но в авангарде всегда идет медицинская сестра, фельдшер. Это каждодневные в жизни мы сталкиваемся, когда мы вызываем скорую помощь, когда нам нужна бывает помощь нашим родным и близким. И впереди, конечно, медицинские работники. Абсолютное большинство – это наши выпускники. Кто прошлые выпускники Североостинского медицинского училища? Последние несколько лет – это выпускники Североостинского медицинского колледжа. И нас это радует. Шаг в будущее. Представляете, когда школьник еще, у которого есть разные противоречия, какую же профессию выбрать, но делать единственный правильный шаг – идти в эту профессию, которой нужно учиться каждый день, которой нужно совершенствовать всю оставшуюся жизнь. И это в большинстве случаев не получается. В обыденной жизни мы всегда хотим, когда у нас наступает непростая ситуация, мы всегда говорим, а кому же обратиться, и мы знаем о них. И спасибо им большое за то, что они вот так ответственно, с чувством колоссальной профессиональной подготовки они откликаются на любую просьбу, особенно это когда связано со здоровьем. То, что касается приемной кампании в этом году, у нас 5 отделений. Это сестринское отделение на базе 9 классов, сестринское отделение на базе 11 классов и также на базе 11 классов основного среднего общего образования. Это факультеты акушерское, фармацевтическое, лечебное и фармацевтическое отделение. То есть всего 5 профессий. Не всего, я считаю, это для нашей республики достаточно хорошо. И то, что я сказал накануне, нас очень радует, что вот эти направления, они сегодня очень востребованы. Иногда, когда мы периодически встречаемся в стенах нашего колледжа с главными медицинскими сестрами лечебных учреждений, со старшими медицинскими сестрами, это их не альма-матер. Они абсолютно все выпускники нашего медицинского колледжа, прошлого медицинского училища. И, конечно, их очень радует. И получается очень интересная логистика. Когда мы направляем на практику нашего лечебного учреждения, то в качестве преподавателей, наставников, в этом году уже год учителя, года наставника, они передают им богатый опыт. То есть наследственность и преемственность. И для нас очень важна судьба каждого нашего выпускника. Вот созданный в нашем образовательном учреждении Центр по трудоустройству, он себя полностью оправдал. Потому что мы не безучастны к судьбе нашего выпускника, и практически мы имеем информацию по трудоустройству наших выпускников. И это очень важно. Вот на сегодняшний день, по статистике, от 60 до 68% наши выпускники трудоустраиваются. Они трудоустраиваются
прежде всего, в наши лечебные учреждения. И я вам скажу, что во многих лечебных учреждениях в нашей великой столице, в Москве, в Санкт-Петербурге и на других территориях постсоветского пространства работают наши выпускники в том числе. Вот буквально два дня тому назад мне был звонок. Наш выпускник Хасанов работает фельдшером в городе Одинцово, Подмосковье. И сказал, что вот им нужно 28 фельдшеров. А так как их работает 5 наших выпускников, и они показывают образцы профессиональной подготовки и работоспособности, начальник руководитель попросил с нами связаться и провести работу среди наших выпускников. Их там ждут и приглашают. Это очень хорошо. В вашем учебном заведении вы делаете большой акцент на патриотическом воспитании. Это, наверное, неудивительно, потому что вы ветеран боевых действий. Это очень важный вопрос. Я вам как пример скажу на сегодняшний день. В этом году у нас ребят выпустилось 32 парня. Из них половина – это медицинские братья, а половина – фельдшера. И все они призывного возраста. Притом двое ребят имеют освобождение от службы в рядах вооруженных сил. Но они ко мне пришли и сказали: «Походатайствуйте перед военкоматом, чтобы нас призвали в ряды вооруженных сил». Они все пойдут служить в вооруженные силы. А большая из них часть после окончания службы в вооруженных силах, они будут заключать контракты и будут дальнейшую свою жизнь посвятить медицине, но уже в рядах вооруженных сил. Почему это так? Вот то, о чем мы с вами говорили, патриотизм. Я считаю, что о нем нужно говорить каждый раз, но мое глубокое убеждение – вот в наш непростой очень период времени, когда время показывает и характеризует, кто что и что он себе представляет, вот эта направленность нужно нам совершенствовать так, чтобы с патриотизмом рождались. Надо быть патриотом своей родины, патриотом своей семьи, республики, там, где ты родился, и патриотом нашей великой страны России. И мы этим радуемся. Я вам скажу более того, вот до позавчерашнего дня у нас 25 человек, выпускников нашего образовательного учреждения, находятся на фронте, 25. На сегодняшний день их уже 24. Вот буквально вчера и позавчера 4 наши выпускницы, медицинские сестры, они пришли, по ним подписали их характеристики, потом достойные характеристики, они пойдут служить в ряду вооруженных сил, заключают контракты. И если вот арифметически подумать уже, 29 на сегодня, которых я знаю, лично знаю, по фамилии, имя, отчество, с которыми мы периодически встречаемся, но мне кажется, что их значительно больше. И после вот каждой такой программы, и спасибо вам за это, к нам приходит информация, что а вот мой родственник, мой брат, мой племянник, два выпускник тоже находится на фронте. Их нужно знать, потому что пройдет период времени, я абсолютно уверен, что наступит мир, мы победим. И они вернутся назад сюда. И мы должны о наших героях всех знать. Так вот, если вот это число выпускников, о которых мы на сегодняшний день знаем, просто мысленно подумает, сколько же они жизней спасли, вопрос идет о не десятках, вопрос идет о тысячах спасенных жизнях. Раненых и пораженных, которые вернутся в строй, которые вернутся в гражданское общество, которые будут достойными членами нашей великой России. И в этом заслуга наших выпускников. Спасибо. Почему сегодня так важно прививать патриотизм молодому поколению? У нас очень талантливая молодежь, очень способная, очень развитая молодежь, но в основном они большую часть времени проводят в гаджетах. И, к сожалению, вот их чувство собственного достоинства, к сожалению, не на должном уровне. Мы в первую очередь воспитываем в них чувство собственного достоинства, потому что патриотизм, патриот – это тот, кто любит свою родину. Род от слова «род» – это прежде всего семья, отец и мать. Человек, который не уважает себя, не может уважать другого. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот мы прежде всего вырабатываем в них чувство собственного достоинства. Вы знаете, так интересно за ними смотреть, вот этот период, один год даже сказывается, какими они приходят и какие они бывают в конце года. Это совершенно разные дети. Они растут, они меняются на глазах, они более уважительно относятся друг к другу, не говоря о том, что к взрослым. И вот эта внутренняя работа, которую мы
мы способствуем вот этой внутренней работе, которую проводят. И они по-другому смотрят на очень многие вещи. Мы ввели формат видеоуроков с прошлого года. Раньше они у нас тоже были, но так как не было технического оборудования, благодаря Таймразу Дмитриевичу мы приобрели несколько проекторов, да, и в актовом зале собираем по 2-3 группы. Уроки литературы проводятся в формате видеоуроков, то есть мы показываем детям старые советские фильмы. «Отец солдата», «Баллада о солдате», «Офицеры». У нас перечень фильмов обязательных к просмотру. И, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А как реагируют вот в эти моменты? Потому что, мне кажется, по ним сразу можно считать, в конце какое... все плачут. И мы сколько раз смотрим преподавателей. Даже мы, вот «Отец солдата», сколько раз мы смотрим с детьми, все равно наворачиваются слезы. А ребенок, который первый раз видит этот фильм... Они потом выходят, они это обсуждают, они дома пересматривают. Ну, мы иногда ставим на паузу, какие-то моменты мы им разъясняем. Уроки географии проходят в формате видеоуроков тоже в актовом зале, потому что легче показать на экране. У нас даже наш историк приобрел себе мини-проектор. И в аудитории на стену он транслирует, если актовый зал или читальный зал занят. Мы можем и в актовом зале, и в читальном зале проводить формат видеоурока. По географии проводятся видеоуроки. Это очень интересно. Мы работаем со многими общественными организациями. С боевым братством работаем, во всех мероприятиях принимаем участие. И вот студенты, которые один-два раза, они уже подходят, возьмите нас еще, с радостью идут. И вот смотрят на старшее поколение, уже у них появляются примеры для подражания, авторитеты появляются. И вот этот рост, он наблюдается, вот они на наших глазах растут над собой, и работа. Ко второму курсу, а к третьему это вообще. И мы с ними общаемся, и после выпуска они на связи все время с нами. Хотела бы спросить, вот вы сказали о том, что ваши выпускники находятся в зоне СВО. Сколько их человек? Расскажите подробнее. Я уже сказал об этом. Вот на вчерашний, позавчерашний день их было 25. На сегодняшний день, которых я знаю, уже 29. Но я абсолютно уверен, что их больше. Я точно знаю, что вот после вашей замечательной передачи вот, у нас еще раз будет информация. К нам кто-то придет, кто-то по телефону скажет, что вот мой родной, близкий, племянник, сын находится там в СВО. И мы должны об этом знать. Но то, о чем говорила Айма Валерьевна, очень интересная динамика появляется, что проходит очень короткий период времени, период адаптации. Это нормальное абсолютное явление. Но, как мы видим, вот преломление в характере, вот то, что, о чем мы с вами говорим, очень важное слово, элемент, характеристика, патриотизм, как мы уже это видим. И тут очень важно для образовательной организации, я в частности говорю о нашей образовательной, чтобы это не был точный подход. У нас отработана в этом отношении система. И опять-таки, вот то, что сейчас мы упомянули, не то, что во время занятий, но очень важно после занятий. И вот чувство братства, я это ощущаю, в числе наших студентов. И когда мы вот 2 года тому назад познакомились с Валерой Басаевым, это руководитель общественной организации «Боевое братство», у нас есть рота «Боевого братства», несколько десятков наших ребят, которые входят туда, и которые, когда мы видим, что они с флагами, с аббревиатурой «Боевого братства», спинка прямая, грудь, колесо участвует во всех наших мероприятиях, это действительно вызывает чувство гордости. Вот так воспитывается патриотизм. Но я считаю, что очень важным элементом является работа не только с учащимися, со студентами, но и с их родителями тоже. Вот здесь я всегда делаю акцент важности роли семьи. Поэтому у нас очень плотные взаимоотношения с родителями наших студентов. И когда мы проводим наши родительские собрания, они проходят каждые 3 месяца, и мы видим на их реакцию, конечно, вот иногда такое бывает у меня мнение, что действительно мы на абсолютно правильном пути. И когда смотришь на реакцию родителей, то, о чем мы с вами сегодня говорим, и они видят воочию вот эту работу, которую проводят ихние же дети, наши студенты, когда у многих увлажняются глаза, наворачиваются слезы, действительно,
Вот это стоит. Этим нужно заниматься, заниматься и заниматься. Наша история очень интересная история. И не надо забывать, благодаря кому мы сегодня живем. Вот чувство патриотизма, оно должно вырабатываться не только то, о чем мы с вами говорим, но в том числе и из семьи. И поэтому один из важных аспектов, то, о чем мы сейчас вот занимаемся в ближайшее время, закончили нашу работу. 2 года тому назад мы когда посмотрели, что оказалось, что на территории России нет монумента, памятника участникам Великой Отечественной войны, которые закончили наше именно училище. В тот период это была фельдшерско-акушерская школа. И мы начали работать с нашими великолепными сотрудниками нашей научной библиотеки. Работали с и продолжаем работать с Московским архивом, с Подольским архивом, с Республиканским военкоматом, с Республиканским архивом. И мы нашли уже более 320 наших выпускников, участников Великой Отечественной войны. И вот в наших мыслях наша идея уже осуществляется. Уже у нас есть макет будущего монумента, который будет установлен на территории нашего колледжа со стороны улицы Павленко, на нашей же территории во дворе. Это будет памятник нашим выпускникам, участникам Великой Отечественной войны, фельдшерам, медицинским братьям, санитарочкам. Ведь история же знает, что из 10 эвакуированных, раненых и пораженных с поля боя, которые вынесли на хрупких плечах санитарочка, да, своей огромной санитарской сумкой, ведь 7-8 были возвращены в строй. Это их не заслуга. И мы должны их имена помнить и увековечить. И вот этот макет, который у нас, мы его дней 10 обсуждали, я очень надеюсь, что в 2024 году, накануне Дня Великой Победы, у нас будет этот монумент. И опять-таки очень интересно, это тоже элемент нашего воспитания, патриотического воспитания. Но помимо тех материалов, которые мы нашли в архивах, ведь многие наши жители приходят и приносят вот данные о наших выпускниках. Они абсолютно все написаны на небольших клочках бумаги, чернилами. Фотографии все черно-белые. Не все бы сохранились хорошего качества. Да? Но это скрупулезная работа. Мы никого не должны забыть. И в этом тоже самое активное участие принимают наши студенты. Роль медицинского работника трудно переоценить. Это наглядно можно было увидеть и в период пандемии, и также сейчас, в период СВО. Абсолютно я с вами согласен. Это как было, так и есть, как и есть. И степень оценки всегда надо давать вовремя. И то, что мы с вами сейчас сделаем. Ведь 3 года назад началась эта пандемия. Мы впервые тогда узнали, что такое COVID. По-разному назвали, иногда с неправильным названием. Но я вспоминаю вот этот период, очень непростой и сложный, не только для нас, первая волна. Для всей страны, которая была. Вот, когда не то, что наши выпускники, старшекурсники, но начиная от первокурсников, они работали во всех красных госпиталях, начиная от Ордонской районной больницы, во всех детской республиканской больнице, республиканской клинической больнице, республиканской клинической больнице скорой помощи, они работали и уборщиками территории, и помощниками медицинских сестер, и санитарками, и волонтерами. И мне тяжело было представить, когда периодически мы приезжали и общались с ними, мне было невозможно представить, что если бы они не работали. Когда я видел своих студентов, одетых в форму, и когда они снимали очки, я видел эти огромные круги под глазами, да? Ну что вы, они провели огромнейшую работу. И в любом деле бывает очень хороший эффект, как ты себя показал. И я вспоминаю вот период 2,5-годичной давности, когда тогдашним руководством республики отдать должное Битару Вячеславу Зелимхановичу, который принял тогда решение, что вот те, которые себя проявили в работе в Красной зоне, если у них есть желание продолжить свое образование,
высших образовательных учреждениях, тогда было абсолютно грамотное государственное решение рекомендовать по целевому набору выпускников Северо-Остинского медицинского колледжа, по целевому набору рекомендовать в нашу Северо-Остинскую медицинскую академию. Первый год поступило 34 наших выпускника. Они сейчас на третьем переходят на четвертый курс. Второй год поступило 28 выпускников. И я абсолютно уверен, что вот первые наши выпускники, сегодня студенты четвертого курса, через 2,5 года закончат, они будут великолепными врачами. Я в них даже не сомневаюсь, потому что мы с ними периодически встречаемся. Так же, как с нашими участниками СВО. Из них никто не учится на тройке. Они учатся на 4, на 5. Но это врожденное чувство степени ответственности, доброты и милосердия. И знаете, что интересно? Ни один из них не думает даже после окончания уезжать за пределы республики. А это очень, это очень важно, да. И опять-таки дальше, если посмотреть, из них 85% – это жители нашей сельской местности. И вот такая великолепная программа, которая сейчас идет, земский доктор, земский фельдшер, да, я думаю, пройдет короткий период времени, да, и чувство сейчас нехватки, дефицита кадров как средних медработников, так и врачебного персонала, у нас эта проблема будет выглядеть достойно. Когда ребята приезжают сюда в отпуск, они приходят к вам, а о чем вы говорите, что они рассказывают? Ребята, которые принимают участие в СВО. Вот первый, с кем я встретился, это наш выпускник Мурацев Александр Черменович, уроженец поселка Южный, их 4 брата, 2 находятся на фронте. И когда он ко мне пришел, я его посмотрел, такой худощавый, подтянутый, в форме. Но, знаете, уже по взгляду, по острому взгляду, уже чувствуется, что это действительно, который прошел все. И когда мы с ним поговорили, вот, тогда было принято решение, чтобы он выступил перед нашими выпускниками. И вот когда в нашем актовом зале, это где-то человек на 300 человек, и он нам рассказывал о своих буднях в зоне специальной военной операции, я смотрел на аудиторию, знаете, была абсолютная тишина. И он правильно нам сказал тогда, что все, что он получил, знания здесь, в образовательном учреждении, вот я буквально цитирую, все на фронте пригодилось. На фронте пригодилось. И степень ответственности, вот каждый слушатель, я почувствовал, что они действительно, они переформатизировались. В основе должны быть знания, учеба и степень своей ответственности. Поэтому мы этим знаниями прививаем. Но есть тут небольшая особенность. Мы эту дальнейшую работу будем продолжать. Это однозначно. Я озвучил только одну фамилию. Других сейчас нельзя, потому что непростой период времени. Дождемся мирного времени. Она скоро наступит. И не только мы своих выпускников будем знать. Такие же выпускники из нашей замечательной медицинской академии, руководители медицинских взводов, военных батальонов, заместители, оперирующие хирурги в том числе. Это наша гордость. Наши земляки, наши выпускники, они же вернутся к нам назад скоро. И мы им должны отдать должного. Вот они на своей практике будут рассказывать о том, с чем непосредственно они столкнулись. А это человеческая жизнь. И, допустим, вот очень востребованная, допустим, ситуация на фронте. Сегодня вот военная машина, которая в народе называется буханка, да? Вот у нас во дворе стоит реанимобиль, где мы отрабатываем курс молодого бойца, оказание неотложной помощи. Но вот в ближайшее время у нас рядом будет стоять и машина скорой помощи, вот этот УАЗик, который, да, который сегодня на фронте выполняет свою колоссальную работу. И здесь тоже мы будем проводить курс обучения. Готовить надо бойцов. Тогда все будет правильно. Когда я готовилась к встрече с вами, то я прочитала, что на высоком уровне отмечается профессиональная подготовка медбратьев и фельдшеров из Северной Осетии. Да, это было буквально недели полторы-две тому назад, когда к нам пришли мои знакомые ребята, оба командиры батальонов, которые прибыли в краткосрочный отпуск. И вот один из них мне сказал, он говорит, Таймураз, вот было совещание по медицинской составляющей, и в частности, основной состав это были фельдшера. И заместитель командующего ответил, высокую степень подготовленности специалистов из Северной Осетии. Не было сказано медицинского колледжа, но именно Северная Осетия, но они же наши.
наш. Гордитесь ими. Гордимся. Ну, конечно. Гордимся. Наши самые лучшие студенты, самые лучшие выпускники, очень талантливые. Гордимся. Очень любим их. Мы всегда рады их видеть. И стараемся как можно чаще проводить с ними встречи. И студенты ждут эти встречи. Вот эта встреча с Муратцевым, 2,5 часа, они пролетели как одно мгновение, и зал, затаив дыхание, слушал. Очень было интересно. И нам было интересно, и им было интересно. То, что это наше, он приехал, рассказывает. Да. Очень. И потом, знаете, мы вот прививаем нашим студентам. Обычно вот клинические медицинские дисциплины начинаются с середины второго курса. Так, но мы уже нашим первокурсникам с первых дней обучения прививаем все элементы оказания доврачебной помощи. Мы всегда в какой-то степени где-то когда-то были очевидцами, когда мы летели на самолете, в поезде, в другом транспорте, электричке, в автобусе, маршрутке, и вдруг по динамику есть медработник или нет, кому-то плохо. Мы уже с первых дней наших студентов прививаем оказание, чтобы он не отмолчался, потому что быть студентом медицинского колледжа, это, я считаю, большая честь и ко многому обязывает. Это тоже нужно знать. Потому что вот мы говорим о дорожно-транспортных происшествиях. Да? Кто является первым очевидцем? Это пассажиры. Потом приезжают сотрудники ГИБДД, потом подтягиваются силы и средства скорой неотложной помощи. Да? А до этого проходят важные 3-4 минуты, золотые минуты, которые... Поэтому вот мы к этому тоже их обучаем, чтобы они не терялись в этот момент. И не отмолчались, а проявили свое рвение и желание, и знание, самое главное. Какими качествами должен обладать ваш студент? Прежде всего, это приверженность будущей профессии, это прежде всего. Потому что ведь получается так, вот сейчас те студенты, которые к нам поступили, где-то 3-5% после первой сессии они поймут, что это не ее. И это абсолютно правильно. Но те, которые выбрали эту профессию, они неспроста прошли. Вот мы все время анализируем структуру и состав наших студентов. И знаете, очень немало детей медицинских работников. И врачей, и то, что меня радует, это дети наших средних медработников, чьи отцы и матери работают фельдшерами на скорой помощи, а большинство – медицинские сестры. То есть они видели вот этот непростой труд на примере своих родителей. Они знают уже не понаслышке, что такое ночное дежурство. Они знают не понаслышке, что нужно быть... степень готовности любое время дня. К тебе могут постучать, обратиться, позвонить любое время дня и ночи. И ты должен обязанность. Так вот, первое качество, которое должно быть так, это обязательство и обязанность. И чувство, конечно, милосердия. А все остальное – это в процессе образования, совершенствования своей профессии, которой нужно учиться каждый день, каждый час. На ваш взгляд? Ответственность. И честность – это самые основные качества. Какие они, ваши студенты? Если мы говорим о студентах первого курса, они еще неопытные. Если говорить отдельно о наших выпускников, высокой степени ответственности. Да. Они знают, какую профессию они выбрали. Вот сегодня мы ни в коем случае не говорим о финансовой составляющей, нет. Это состояние души, состояние души. И если вот так проанализировать, то если посмотреть, допустим, нашу республику, наши фельдшерские акушерские пункты, наши акушерские пункты, вот где работают наши выпускники, ведь они идут в авангарде. И первый, к кому обращается пациент, у которых появились какие-то жалобы. Они к кому обращаются? Они обращаются к нашим выпускникам. И они всегда прекрасно знают, что вот эти первый период времени, первые золотые 5 минут, первый час, какое неправильное решение примут, от этого зависит очень много. Поэтому я считаю, что прежде всего это работоспособность и профессиональная подготовка. Или же профессиональная подготовка и работоспособность, которые вот идут они вот это в комплексе. Потому что наша сфера, вот тоже как-то не подходит нам эта сфера, понятие, да? Но те, которые посвятил дальнейшую жизнь
медицинской профессии, я их не делю на врачебную должность, на фельдшерскую должность. Да, они уже знают, что в любой ситуации их кредо – это помочь. И это очень важно. Я благодарю вас за то, что вы сегодня нашли время и пришли к нам в студию. До новых встреч!